Вот именно вот так вот должна застыть карамель. Разбивайте карамель. И крем вместе с карамелью кушайте. Всего лишь несколько ингредиентов, и прекрасный десерт крем-брюле готов. Эти ингредиенты перед вами – это яйца, сахар, сливки и ванилин. Пропорция очень простая. На одно яйцо берем 100 мл сливок и 10 грамм сахара и ванилин по вкусу. Переливаем эти сливки в кастрюлю. Здесь у меня 300 мл сливок. Разогреваем сливки на медленно-среднем огне. И время от времени перемешивайте, пожалуйста. Ни в коем случае не доводите до кипения. Разогрейте до горячей температуры и убирайте. Сливки разогрелись. Можете пальчиком вот так попробовать. Видите, горячие. И все на этом убирайте с огня. Главное, не доводите до кипения. Тем временем мы отделяем белки от желтков. Для крем-брюле нам понадобятся только желтки. Из оставшихся белков можете приготовить чудесный торт Павлова или Павлова. В Англии этот торт называют Павлова. Чудеснейший рецепт приготовления этого торта есть на нашем канале. Этот торт я научилась готовить на лондонских курсах выпечки. Очень вам рекомендую, приготовьте и попробуйте. Ссылка на этот рецепт будет в описании под этим видео. К трем желткам добавляем 30 грамм сахара. Это 2 неполные столовые ложки сахара. Очень легко запомнить. На один желток берется 10 грамм сахара. Перемешайте. Вот обычной деревянной лопаточкой. Не нужно миксер, ничего этого не нужно. Сюда же добавим ванилин. У меня вот такой жидкий ванилин. Добавляйте, какой у вас есть. Главное, чтобы был хороший, качественный. Несколько минут и готово. Теперь осталось добавить эти горячие сливки к яйцам. Но так как они горячие, аккуратно добавили и перемешали. Затем добавляйте все оставшиеся сливки сюда. При этом перемешивайте. Смесь для крем-брюле готова. Вы видели, как это просто и быстро. Нам осталось перелить только эту смесь вот в такие формочки. Вот эти формы называются рамекены. Это специальные для крем-брюле. Берем вот такой ковшик и переливаем в эти рамекены. Постараемся перелить одинаковую порцию в каждую форму. В этих рамекенах помещается около 100 грамм. Посмотрите, вот такие пузырьки на поверхности. Можно просто пальчиком чистым вот так придавить и убрать пузырьки. Аккуратно переносите вот эти формы, рамекены, вот в такую большую посуду, в которой вы будете выпекать свои крем-брюле. Крем-брюле рекомендуется выпекать в такой посуде, в которую вы заливаете горячую воду. Смотрите, примерно до половины высоты ваших формочек. Вот примерно до половины дошло, и все на этом. Теперь прямо так ставим в духовку. Духовка должна быть разогрета до 160 градусов и выпекаем минут 35-40. Смотрите, пожалуйста, по своей духовке. Как проверить готовность крем-брюле? По краям оно будет более твердое, а в середине еще будет как желеобразное. Прошло 35 минут, и крем-брюле готов. Можете оставить на пару минут, чтобы чуть-чуть остыло и было легче переносить. А ну-ка посмотрим. Ну, уже можно вот так вытаскивать.
Посмотрите, немножечко вот такое желеобразное должно быть внутри. Нам нужно дождаться, пока это полностью остынет. Может быть, минут 30-40. Затем накроем и поставим в холодильник. Прошло около 40 минут, крем-брюле остыл. И теперь накроем вот пленкой. Крем-брюле не надо кушать сразу же. Рекомендуется поставить его в холодильник минимум на 3-4 часа, чтобы окончательно сформировался этот крем. А еще лучше, если вы дождетесь часов 10-12. Крем-брюле пробыл в холодильнике всю ночь. И теперь на завтрак я хочу приготовить себе такой вкуснейший десерт. Теперь нужно на поверхность нашего крема добавить примерно 1,5-2 чайные ложки сахара. Вот так вот распределить по поверхности. Нам понадобится вот такой чудесный прибор, вот такая вот горелка. Нам нужно обжечь вот поверхность этого крема. Начинайте с середины и постепенно проходите по всей поверхности вашего крема. Кстати, знаете ли вы, что значит крем-брюле? Крем-брюле значит сожженный крем. То есть вот так вот, когда мы обжигаем поверхность этого крема, это так и должно быть. То есть крем сожженный, жженный крем. Посмотрите, как хорошо обгорел этот крем. Но так и должно быть. Теперь подождите минутку-другую, чтобы вот это вот затвердело. И возьмите чайную ложку и наслаждайтесь. А если у вас нет горелки, но крем-брюле хочется попробовать, то тоже есть выход. Смотрите, берете маленькую кастрюлю и на каждую порцию крема-брюле берете столовую ложку сахара. Я на две порции. И добавляйте малюсенькую порцию воды. Примерно чайную ложку на одну порцию. Вот так вот. Слегка размешайте. И поставьте на средний огонь. Когда вы поставили на огонь, уже не нужно перемешивать. Просто нужно ждать. Когда вот это вот карамелизуется, то есть приобретет коричневый сожженный вид, уберем с огня. Готово, убираем с огня. И вот и все, наше крем-брюле готово. Напомню, что вот эти два я сделала вместе с горелкой, а на эти два вы видели, как я приготовила карамель. Самое время попробовать. Смотрите, берете ложку и вот именно вот так вот должна застыть карамель. Разбиваете карамель. И потом вместе, смотрите, крем вместе с карамелью кушаете. Очень и очень вкусно. Посмотрите, как изнутри крем-брюля выглядит. Вы видели, как просто это готовится? Обязательно приготовьте и попробуйте. Этот десерт вы можете приготовить и хранить в холодильнике 3-4 дня перед подачей на стол. Сделайте вот такую карамель на поверхности вашего крема и минут через 5 вы можете кушать. Давайте и вот это попробуем. Видите, и здесь точно так же. Посмотрите. То есть, если у вас нет горелки, приготовьте вот по второму способу этот карамель и наслаждайтесь. Посмотрите, как это красиво. Божественное наслаждение. Очень вкусно. Очень вам рекомендую. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. А мы и дальше будем стараться для вас.